Карелии утвержден новый прожиточный минимум. Средняя величина его составит для работоспособного населения 12 551 рубль. В северных районах он будет выше 13 293 рубля, в южных ниже 12 437 рублей. Ставка НДС вырастет с 18 до 20%. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары и услуги сохранятся. Трассу Кола перекроют 18 июня. В связи с капитальным ремонтом участка дороги с 869 по 889 километр проезд на этом отрезке трассы будет закрыт с 16 до 18 часов. Математика профильного уровня в ходе сдачи ЕГЭ далась карельским выпускникам легче, чем в 2017 году. Не справился с экзаменом 101 ученик, в прошлом году их было 173. Высокие баллы получили 26 выпускников, в прошлом году их было всего 16. Музей Кижи предлагает работу. Ему нужен творческий и активный сотрудник для реализации выставочных проектов в Петрозаводске и других городах. Резюме принимается до 25 июня по электронной почте. Ветеран МВД из Карелии стал самым сильным пауэрлифтером на чемпионате Европы. Алексей Костылев взял вес 300 килограммов и занял первое место.